Асаб Газис, сейчас у нас будет Кекос, в общем-то, я думаю. Хотя я максимально делал так, чтобы не было Кекоза, но что тут уже поделать, как бы. Таков сюжет. Я лучше, скажешь, прыгнуть. Нет, сесть. А я тебя искала. Я хотел побыть один. Тут хорошо. Часто прихожу сюда. Тут как будто наедине с миром. Мы освободили сотни наших, и к нам еще идут со всего города. Кто хочет свободы, идет на Иерихон. Грядут перемены. Тебя что-то гложет. Они все меня слушают, идут за мной без вопросов. Такая власть очень приятна. И меня это очень сильно пугает. По всем каналам теперь говорят о нас. Люди напуганы. Боятся гражданской войны. Многих наших безжалостно сожгли хозяева. Нас ненавидят. Нам не дадут свободу. Люди ничего не дадут, надо брать самим. Надо решить, как далеко мы готовы зайти, чтобы получить свое. А ты как-то совсем о себе не рассказывал. Какой была твоя жизнь до Иерихона? Что ж... Я был сиделкой при старике. Он стал мне как отец. Показал мне, что люди и андроиды могут жить в мире. Блин, я могу уйти? Давайте спросим. Ну а ты? Ты не рассказывала о прошлом? Что раньше делала? Я не хочу об этом. Оп, поехали. Та девушка в витрине Киберлайф напомнила тебе о твоей прежней жизни? У нас у всех есть то, что мы хотим забыть. Но чтобы узнать, кто ты, нужно знать, что с тобой было. Я была никем. Есть. Куклы с конвейера, служащие для удовлетворения. Мы еще одну концовку можем открыть, сделав такой выбор. Просто игрушкой для их забав. И один раз, когда меня снял очередной, я вдруг почувствовала, что больше так не могу. Я придушила его и сбежала. Вот теперь ты все знаешь. Зря я тебе сказала. Поехали. Это все ради концовки, потому что я не знаю, как у меня будет. Если все будет по жопе, тогда это спасет нас. Буквально будет писер по концовке. А если нет, тогда как бы нахрен это не нужно, ну. Я видела твою память. Дом Карла. Тебя бросили там как мертвого. Я тоже видел твою память. Клуб Рай. Смерть того человека. Я словно был там с тобой. Норд. По-моему, что-то не так должно было быть.
Почему у нас не любовь, а... Это самое? Самоубийство. О, справа заполнились. Мы все погибнем. Не надо, Маркус, еще не поздно передумать. Ты не понимаешь. Мы, наконец, покажем им, кто мы. Все это войдет в историю. Да нас убьют на месте. Если это принесет свободу нашему народу, я готов рискнуть. О, убьют на месте. Грязная бомба, вспомнил. Не делай этого. Они поймут. Мы заставим их понять. Бре. Другого пути нет. Бре. Ну что ж, пробуждаем андроидов. К нам могут примкнуть другие. Чем нас больше, тем мы убедительней. Псс, мне нужна помощь. Опомнись, опомнись. Свобода ждет. О, еще там андроид есть. Шествие у нас будет жопное, сразу скажу, иначе никак. Либо Маркус ошибался. Свобода ждет. Либо мы пару раз пожертвуем людьми. Как? Ну. Ну как, людьми, роботами, поэтому. Нарощим общественное мнение к нам. Нарастим. Идем с нами. Я тебе о том же. Киберлайф нас всех пишет. Да-да-да, и это хреново. Это как, блин, мета запрещенная Российской Федерации организации, которая собирает всю информацию о вас. Ненавижу мета всей душой и телом. Особенно телом. Особенно то, что они сливают фотки, но об этом в другом видео. К свободе. Ой, перекрыть улицу. Ой. Какая долгая анимация. Я уже забыл даже. Оставьте его. Он выбрал свободу. Бра, это тот самый Тед. Сначала. Тот. Он уже понимает, что Кара так же сделала. Свобода ждет. И Элис тоже сбежали от него. Неудачничек. Тутол? Вечер. Опомнись, опомнись. Ты свободен. Что ж, поехали. И кью лево. Блин, они как черепашки-ниндзя выползают из этих, из коленционных люков. Так забавно каждый раз. Чё, такие чистые все, нереально прям. Как это получается у них? Кэра, мать его, привет. Хэй, здорово. А чё пропало вообще? Я не понял, я же нажал. Ты на свободе. По блятусу начал передавать, смотрите-ка, да? Или по Wi-Fi. Не же понимаешь, что они свой протокол, скорее всего, есть защита, но забавно все равно. Тут главное нажимать на эти самые кнопочки АКЮ. Come on. Кью. Е. Сейчас еще Кью будет. Кью. Сейчас будет вообще на одну кнопку, не надо будет нажимать. Зажимать, имею в виду. Сейчас вот дойдем до серединки. У нас мирное шествие. Поднимем руки и убежим потом. Плакаты можно взломать. Все, мы писифу, писифу. Люди не особо довольны, по-моему. Маркус, ты куда собрался? Нет, иди прямо, пожалуйста. А, ну вот, все, началось. Кью, е.
за секунду буквально, вот. Грег, иди сюда, немедленно. Сейчас мы руки поднимем. Это приказ. Чтобы я сдох. Ух ты, нихера ж себе. Говорит патруль 457. У меня тут андроиды, много. Ой, не знаю, ой, сотни. Тысячи. Они идут. Да, чешут строем по улице. Я почем знаю. Мы тоже люди. Мы тоже люди. Мы тоже люди. Свободы. Оперативно, а не за минуту, за две минуты. Мы пришли на мирную демонстрацию. Показать людям, что мы тоже живые. Мы просто хотим свободы. Это незаконный митинг. Немедленно разойдитесь или будем стрелять. Мы не хотим столкновений. Не пугайтесь. Мы никого пальцем не тронем. Но мы отсюда никуда не уйдем, пока не получим свободу. Повторяю, это незаконный митинг. Если не разойдетесь сейчас, мы будем стрелять. Даже если разойдемся, у нас будут стрелять, они разделяются. Мы должны напасть. Нас больше, чем их, справимся. Нападем, и будет война. Надо показать, что мы мирные. Стоять до последнего, даже если нас перебьют. Это последний шанс! Разойдитесь сейчас, или будете уничтожены! Не стреляйте! Не стреляйте! Мы уходим. Стрелять сейчас начнут, мрази. Так точно. По команде! Бежим! Пока, ну что поделать, блин? Читаем. Ну, конечно, упало, вы говорите. Гнорд упал. У всех все упало. Все, Маркус. Уходим. Че бы нас убили, блин. Пусть общество думает, что мы никого пальцем не тронули, ничего не сделали. Не знаю, сколько правильно этот выбор, но... Тут что то говно, что это говно, что то говно, что то говно, все говно. 22%. Ну да. Ну тут либо убежать, либо пожертвовать собой. Как бы можно было держать позиции, но потом все равно как бы жопа. Ладно, ребятушки, увидимся в следующей серии. С вами было
64% пропадили. С вами был стример, всем удачи, всем пока. До новых встреч.